Давайте что-нибудь такое не сильное, мощное, например, взорвем. Баночку, например. Ну, баночку. Ой-ой-ой! Я звоню. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пика, Форум, Куёко, Суслик, Зебра, FM, Zoom, Арара, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Дима, всем привет. Давно у нас не было рубрики, когда мы выживаем на деревянном доме. Если опять кушайте, приятного аппетита, у нас веселье и угар, погнали. Первый раунд буду начинать я, а следующий раунд и будет начинать тех, кто будет оставаться последним в живых. Я решил не сильно париться и взял топорик. Ну что, пацаны, вы готовы выживать? Нет. Конечно. Странно, бью топором, а звук металла. У вас там шатается? Да. Нет. Нет, хорошо. Я начну из середины. Знаете, мы сейчас с края берем. Не надо. Будем начинать с середины. Не надо, типа. Еще одна. Так, не шатается. Хорошо, давайте чисто середину вырубаю. А потом начну уже крайне, если ничего не изменится. Нифига. Есть. Нифига, да что такое? Хорошо. Подождите, я тут все переломал? Все переломал. Давайте тогда начнем перемычки ломать. Очень страшно. Ничего. Ничего, ничего, дальше будет страшнее. Не надо. Да что такое? О, я вижу, там что-то шатается, но это вы шатаете само здание. Да, вы толстые. Нифига. Ребят, ну я хочу все делать сегодня по красоте, чтобы она медленно падала. Что-то не получается медленно. А, вот еще. Давайте начнем эти ломать. Я чуть не упал. А? Опа, опа, я вижу, уже пошел процесс. Пошел, пошел. Так, давайте тут. Один уже есть, да? Все, нет. Смотри, как они будут проигрывать. А, еще? А, ну все, уже определились мы тот, кто у нас тут. Нехороший человек, редиска. Еще. Ну, какое прочное, оказалось. Хорошо, давайте дальше лупить. Ой, блин, по башке доской дало. Так, ребята, скоро останется чисто 4 опоры, и оно держится. О, во-во-во-во, смотрите, расшатывается. Так, давайте эту будем ломать сторону. Ну что, пацаны, мне кажется, она резко просто разрушится, так как я его потихоньку... О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, осталось 2 опоры, останется всего 4. Мне кажется, она, знаете, вовнутрь, наверное, завалится. Где? Да что такое? Крепкое здание оказалось у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как колбасит его. Во-во-во, падает, падает, падает. Ну-ну-ну-ну-ну. Эй, пад... Не падает? Смотрите, тут чисто одна опора, если я ударю, оно все разрушится. Но давайте разломаем с этой стороны, чтобы на эту сторону переклонилось. Так, доски мешают здесь ходить мне. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и ролики выходят каждый день. И кто хочет сами записывать, заходите на наш Дискорд. Но! Давай! Во-во-во-во-во! Отлично, 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 ребята, смотрите, как рушится. Ой, красиво, ой, красиво! Все упали? Вышел. Форум жив, форум жив. У меня два. Так, давайте тогда... Еще живы? Хорошо, давайте кто коснется травы. Все, умер. Ой. Ух ты, здание заколбасило. Еще кто-то остался или нет? Да. Ну, видимо, он сидит. А, я понял. Не мешай, не мешай меня. Отойди, Арара, то я буду бить молотком. Не надо, дядя. Да, его. Давай, разрушайся. Есть! Ой-ой-ой-ой! Во-во-во, смотрите! Ой-ой-ой! Так, а кто у нас там выше? Нет, все, все упали! Нет! А, еще есть! Хорошо, давайте со стороны Куёки пару росков лупану. Ой, я знаю, что сделать, надо ускорить процесс. Отойдите, отойдите только! Я, да, надо было сразу поджигать. Есть! А, ну все, можно сказать, что ты проиграл. Куёка, ты выиграл? Почему? Все, Куёка выиграл. Будем считать по-честному. Так, пацаны, аннулируем карту. Ставлю опять это здание. Сейчас будем все туда залетать. Куёка, давай. Сейчас покажу подписчикам, как мы все это делаем. Потому что многие спрашивали, как мы его ставим. Это ставится с дубликатов. Так, все, пацаны, залетайте все наверх. Куёка, можешь выбирать любое оружие, которое ты хочешь. У нас сегодня свободный режим. Кто какое оружие хочет, такое и использует.
Ну что, все залетели? Все. Ну давай, начинай. Зря ты такой хуёки сказал, уже сейчас что-то такое возьмёт. Так, я буду тут за стеклом стоять. Давайте посмотрим, что он будет использовать. Админский пистолет, человек. Не, давай, да любое пусть использует, какое хочет. Лишь бы оно не резко разрушилось, потому что мы тогда одновременно умрем. Давай так хуёка, чтобы оно потихонечку рушилось. Предлагаю тебе огнемет. Опа, пошел, пошел процесс. Первая доска есть. Вторая доска есть. Админский. Хорошо, нет. Хорошо, молодец. Ой-ой-ой, уже телепается. Так, пацаны, на Alt-E садиться нельзя, только стоя или на картофанах. Еще. Ломает, ломает, потихоньку ломает, я вижу, все красиво. Ой-ой-ой, разрушает, кстати. Да, можешь и верхние доски ломать, будет интересней. Не ломай. Главное, доски под нами не простреливай, потому что это будет, по сути, нечестно. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти уже ломать. Тихо, тихо, осторожно, пацаны, осторожненько. Ой, зашаталось. Зашаталось, я вижу, я вижу. Такое ощущение, что немножко у нас тут землетрясение происходит. Но ничего, нас таким не сломать. Так, хорошо. Тихо, тихо, с моей стороны ломает, прям подо мной. Ой-ой-ой, колбасит. Эй, тихо, 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 ну куёка, ну я же как бы твой друг наполовину. Давай там под пацанами ломай. Не. Эй, куёка, ну куёку, ну куёку. Ха-ха, у меня тут переклонилось, блин, жесть. Блин, я скольжу, надо постоянно назад нажимать, чтобы выжить. Ай, сейчас упаду. Ой, я вижу, ломает с той стороны. Не надо, дядя. Отлично. Ой-ой-ой, резко, резко пошло. Ай, я сейчас упаду. Ой-ой, куёку. Я живой, я живой, я живой. Я живой, я в здании еще. Я еще висю над землей, смотрите, 1 метр висю. Отлично. Пока, блин. Так, ты наблюдай внимательно, кто там проигрывает. Эй, не летай здесь! Я тебе сейчас отключу режим жопы. Ой, полет, режим жопы. Давайте по-честному играть. А если нет? На тебе. Что, я остался жив? Нет. Нет, я вижу, еще там челепиздрик сидит. Здорово, я еще хочу вот это еще один раунд отыграть. Нет. Нет! Нет, я еще висю! Я еще висю на соплях! Я еще висю! Ну нет, куёку! На стекле стою! Я живу! Дима, проигрывай. Нет, я не хочу проигрывать. Проигрывай, надо давай. Надо мной хочет. Постройка? Да. Давай, ломай ему ступеньки. Да, не может попасть. Давай, решай, кто из нас проиграет. Куёка лично решает уже сам. Так, я на доске это встану, еще на доске стою. Все. Я не просто проиграл, я прям умер. Ну что, кто там остался у нас жив? Ты будешь начинать. Ну ты молодец, Куёка, я запомнил тебя на всю жизнь. Давайте, пацаны, залетаем. Так, сейчас будет жестче выживание. Так, давайте, наверное, я буду теперь вот тут все-таки стоять. Ну что, все залетели, давай, начинай, любым оружием. Давай, давай, покажи, на что ты способен. О, привет. Понял. Так, так, осторожно, пацаны, осторожно. Давай я тут в колобуду к тебе зайду, будем тут тобой тусоваться. Опа, он взял этот, звездный меч. Ой-ой-ой, кренится уже. Ой, ой-ой-ой, пацаны. Тихо, 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 дайте сюда зайти. Так, я здесь буду тусоваться. Отлично. О, он зашел в тот куб, куда я, это читерское немножко место. Пойду я тоже туда зайду. Тихо, 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 я буду с тобой тусоваться. Ой, не, тут, не в ту будку зашел. Все. Что меня убирается оружие? Тихо, тихо, тихо. Куёка, вижу, вижу, выбирает оружие, думает, какое... Ой, Куёка, я уже перепутал. Ого, эхо, да на этой карте? Это из-за оружия, да, такого модный звук? Хорошо, хорошо расстреливает, но ничего, что-то не меняется у нас, мы все встаём. Давай, покажи. Опа, огнемет пошел. Ну что-то огнемет плохо жжет, не знаю почему. Да. Может, и мод не совпадает. Опа. Ух ты. Ой-ой-ой, пацаны, прощайте. Так, а чё никто не падает еще? Не понял. Ой, хорошо мы тут стоим. Так, я с кем-то, с усликом стою. Переростком. Смотри, чтоб тебе на голову здание не упало. Это будет эпично. Главное, чтоб меня проба не убили. Да-да-да. Ой, хорош. Ну ничего, смотри, еще никто не упал. Смотрите, какие мы уже прилабаны. Прям хорошо играем, эпичненько. Очень классная рубрика, она мне нравится. Так что, ребята, если вам нравится такая рубрика, давайте напишите, нам нравится. И мы снимем более, есть больше деревянный дом, более эпичный. О, падает. На нем падает, запишем. Падает. Я живой, я живой.
Я живой, есть, отлично. Отлично, мы живы. Ну что там, попадали уже пацаны, да? Ой, не надо. Ой. Ой-ой-ой, колбасит. Нет, 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 мы живы. Мы как в коробочке. Ой. Что ты делаешь? Отлично. Что ты делаешь? Что, не ломается это стекло? Ой. Да нет. Ой, все, проиграли. Все, я выиграл. Отлично, okay. Пика, ты выиграл, вообще-то ты молодчик. Какой выиграл? Мы на стекле еще-то стоим. А-а-а. Нет, Кулёк, это не считается. Не, ладно, давайте, Пика выиграл, это было очевидно. Так, поехали дальше. Пика, я думаю, сейчас что-то интересное прям покажет нам. Чпонь, залетаем все, пацанчики. Так, Пика сейчас, наверное, будет издеваться, да, над нами, я так понимаю? А чё, один человек, ну ладно. Эй, залетайте все, вы чего? Ну ладно. Давай ко мне. Шахаус. Опа-опа, пошел процесс. Так, я буду тут, наверное, стоять. Давайте вот в эту штуку я смогу залезть? Нет, не могу, не залазится почему-то. Ой-ой-ой, ну шатается сильно. О, вот так вот будем стоять. Дима, отлично. Давай ко мне. Нет, я вот тут буду стоять. В деревянной будке неинтересно уже. Хочется по красоте выжить. Отлично, я стою. Ой-ой-ой, хорош. Опа, зашаталось все, но мы живы. Еще там что-то происходит. Йока-йока, подожди, Йока-йока. Вот стеклянный. Да, я им закину. Это не Йока. Ой, откинуло взрывом. Я не могу попасть. Где Бас тут, вот этот? Не, меня там нету. Пинка, пожалей. Где Бас Шорви? Ой-ой-ой, прям подо мной взорвалось. Нет. Че, все выжили? А нет, еще нет. я вижу, еще. А где Дима? Меня нету. Вот тут, да. Нет. Есть, отлично. Да, прям, ломай эту будку, да ломай. Есть, я на кубе. Эх ты, жопа, на тебе за это. Ладно, проиграл. Кто у нас остался жив? Я. Суслик-переросток, молодец. Мою нычку использовал. Конечно, это ты умеешь. Ну, так, да, хорошо, пацаны. Бессовестно. Я хочу выжать и показать вам что-то эпичное. Я придумал классную идею, как можно разрушать это здание. Ну, если получится. Просто так, все залетели? Гранату не бери, Дима. Не, гранату не буду брать. Ну что, давай, начинай, суслик. Опа, меч достал. Младенец. Так, ниже, давайте спустимся. Гранату кинул жесткую. Отлично, аж лопнули перемычки. А можно ему ответить? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, лучше я пойду наверх, я вспомнил, мне надо купить котлеток. Котлеток. Давай ломай машину. Нам нужно. Ой-ой-ой-ой, там простреливает жестко. Пока мы все живы. Да. Или уже упал кто-то, еще никто, да, не упал. Нет, у нас? Все живы. Пока легко. Так, прострелил, я вижу, перемычки одной нету. Опа, ну что? Ой-ой-ой. Пошел крен. Суслик, не надо. Наклонилась хорошо прям. Можешь попасть? Он не умеет стрелять сильно. Не умеет стрелять. Ой-ой-ой, смотрите, все. Пошла колбаса. Сейчас начнутся прострелы. Ой-ой-ой, здание ходит. Я даже не знал, что оно может ходить. Он слыха, все ясно. А им. Так, пацаны, клонится. Сейчас на бошку упадет ему. Ой, я жив. Ой. Капец. Ой, один упал. Да блин. Че, Дим, не надо. Упал. Так, осторожно. Все, я вижу, уже двое слились. Короче, теперь понятно, что за нычку, я туда тоже пойду. Вот. Понятно. Это хорошая нычка. Немножко читерская, но это по-честному. Ой, закинул нам. Нет, не нам гранату закинул. Мы живы. Ну что там гранату закинуть, как ты подлец. Суслик, РПГ возьми и в них и все. Эй! Не подсказывай! Пика всегда врет. Нет, я не вру. Нет, пожалуйста. Делай, давай. Нет. Сейчас нет. Он реально это сделает? Подожди, давай. Нет, не сделает он это. Он же добрый. Зебра лучше. Ой-ой-ой, жив. Вот это... Ай, блин. Есть. Меня убило доской. Вот это пошло. Я хороший. Нифига себе, оно прям построилось заново, что ли? Смотрите. Ой, красиво. Ну что, кто там остался? Я на деревяшке. Нет. Так, давайте посмотрим, кто живой остался. И вот, не надо, давай, пожалуйста. А он последний остался, да? Он последний. Куёка выиграл. Я тебе это припомню. Куёка, ну что, ты выиграл?
Да. Хорошо, молодец, наполовину. Ничего, он читер. Он читерило. Пацаны, залетаю, давайте. Так, я буду прямо сейчас стоять на крыше. Хочу попробовать прямо на крыше повыживать. Что с этого получится? Ну что, давай, Куёка, все залетели, начинай. Ой-ой-ой. Ух ты, ты чем? Монетку взял, монетку. Ладно, я лучше на крыше не буду, чувствую, что сейчас упаду. Да. Жесткие кусты. Это сильно. Кима, лучше уходи. Не, я жив буду, я вот так встану. Во, хорошая, хорошая вещь. Есть, жив, живой, живой, живой. Есть, живой, живой, отлично. Так. Кто там у нас живой еще остался? А все, Сюж, давайте на доски, все уже проиграл. А что ты в меня прям стреляешь? Там другие есть. А я смотрю, где ты? Не надо! Остался Пика, я думаю. Ну что, я жив? Меня это не убьет. Я не жив. О, я жив, как это не жив? Хорошо, хорошо, тащи. Да все, Дима. Все, я выиграл? Нет. А, да. Отлично, ребята, ну что, сейчас я покажу, как надо выживать. Сейчас я вам покажу. Только там, наверное, с одного выстрела вы все умрете, но ничего. Может, наоборот, не выживать? Не выживать, хорошо. Залетайте, залетайте, пацаны. Во, вы готовы? Залетай, кто там не залетел еще? Давай. Я залетел. Так, смотрите, что я сейчас поставлю. Ну да, бомбу, конечно. Нет, это горящая бомба. Что сделал? Смотрите. Ой-ой-ой, сейчас будет прикольно. Готовьтесь, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красиво. Это... А толку? О, загорелось. Загорелось, я хочу, чтобы оно горело. Так, отлично. Горит, горит. Давайте посмотрим, сила огня, что может сделать с деревянной постройкой. Да ничего особо. Ничего? А не, горит, горит. Уничтожается, слышите, лопаются доски. Ну это очень медленно. Не переживай, сейчас все надойдет. О, лопается, лопается. Оно распространяется, кстати, по этой постройке. Оно сейчас выше дойдет, мне кажется. А вон вверху горит, смотрите. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Класс. Слушай, давай я тут буду. Отлично. Даже ничего не надо делать, само все лопается. Оно вверх плохо, что не распространяется прям. Ну смотрите, уже тут прям горит. Ух нет, ты, еще. Нет, не... Класс. Распространение огня, мод, он просто эпический. Круто сделано. Нет. Давай, надо, давайте, надо. Давай, нет, давай, нет, падай. Прям в огонь падайте. Отлично. Так. Классно все горит. Зебра, отойди, зебра. Они зебры, а мы тоже остались с сусликом. Ну что, пацаны, вам приготовлено небольшое там шоу, называется Fire Show. Сейчас вы все поджаритесь. Нет. Сильно горит. Видите, как распространилось уже на часть карты прям? Нет. Ну сейчас посмотрите, сейчас посмотрим. А вам не мату огня у вас? Нет. Давай. Сейчас увидите. Не тушите, пацаны, тушить не надо, это нечестно. Нечестно? А где суслик и пика? А вот он у меня, вот. Отойдите все. Нет, не надо. Пойдет. Ого, газом толкает здание. Ой, я горю. Классно. Суслик, мы тут не выживем. Еще одно, на всякий случай, ребята. Ну что, прощайте. Вот это жесть, все горит. Все, я выиграл. Нет, я жив. Вон чувак еще на самом верху, здание построилось заново. А нет, вы все попадали. Так, ребята, сейчас будет последний раунд. Очень прикольный, вам всем понравится. Давайте что-нибудь такое не сильное, мощное, например, взорвем. Баночку, например. Ну, баночка. Ой-ой-ой. Я говорил. Это была не баночка. Если бы это была баночка, была пожёстче. Что-то осталось от здания? Нет, ничего не осталось. Короче, ребята, в этом ролике победила дружба. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Все взорвали, как всегда. И вылетело на рабочий стол.